Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сегодня провел встречу с Анной Федермессер, директором Центра паллиативной помощи. Общаясь с директором Центра паллиативной помощи, глава региона Вячеслав Федорищев заверил, в ближайшие годы в регионе построят паллиативный хоспис для взрослых. Анна Федермессер отметила передовой опыт оказания паллиативной помощи в Самарской области. За пару лет работы открывшегося детского отделения в регионе не случилось ни одного отказа от тяжело и неизлечимо больных детей. Это показатель качественной работы. В Самарской области выстроено оказание помощи и детям, и взрослым, которые имеют неизлечимые диагнозы, сообщил Вячеслав Федорищев. И вот как отнеслись самарцы к инициативе главы региона. Конечно, положительно, потому что очень много, я сама в Совете ветеранов, знаю, что это такое. Это проблема, в общем-то, у нас. Очень много пожилых людей, которые даже брошенные. И поэтому я считаю, необходимо это делать. А я считаю, что обязательно это. Там уход, там питание, там все. Я считаю, что необходимо. Не то, что нужно, а необходимо. Потому что люди, которые стали в одиночестве, им необходима им помощь. Помощь людям всегда нужна. Облегчает, да, людям там, естественно, будут, наверное, заниматься с ними. Это люди не просто будут уходить, а подготовленными. И, я считаю, психологическая помощь тоже будет оказана, и они будут, естественно, спокойнее уходить. Нужно помогать людям как можно больше. Это, мне кажется, будет помогать облегчить жизнь родственникам.